онкоцентр, он всегда, он раньше был всесоюзный, сейчас это всероссийский, и, в общем-то, со времен, когда он еще был всесоюзным, здесь проходило обучение огромное количество врачей, молодых специалистов из разных республик. Это всегда была такая большая школа и кузница кадров для всего Союза. Сейчас практически то же самое происходит, и со всей России приезжают к нам специалисты изучать онкологию и, в общем-то, реконструктивную хирургию, как большой раздел этой онкологии тоже. И, в общем-то, действительно, мы стараемся популяризировать идею одномоментных реконструкций молочной железы. К нам очень много приезжает пациенток, оперированных где-то в различных регионах, которые оперированы по поводу начальной стадии рака молочной железы, относительно благоприятный подтип, и где просто выполнена мастектомия. Там врачи просто даже не знают о том, что, в общем-то, можно сразу выполнить реконструкцию этим больным, что это никак не влияет на их онкологический прогноз, тем не менее, значительно улучшает качество жизни. И подавляющему количеству этих пациенток можно было сделать реконструкцию одномоментно. Увидев такую ситуацию, такое количество пациентов, мы решили, в общем-то, проводить обучение врачей и специалистов, чтобы на местах этим больным выполнялись одномоментные реконструкции. Конечно, можно выполнить эту реконструкцию отсроченно, но, как правило, эстетический результат заведомо хуже, чем при одномоментной. В первую очередь из-за того, что, выполняя одномоментную реконструкцию, можно сохранить кожу молочной железы, иногда даже можно сохранить сосок ареолу. Это значительно улучшает эстетический результат таких операций. С компанией «Клавермед» мы работаем уже 10 лет, с момента основания нашего отделения. Мне нравится, в общем-то, индивидуальный такой подход. Мы очень тесно сотрудничаем. И, в общем-то, не только в плане практической, но и, в общем-то, в плане научных каких-то конгрессов и конференций. Довольно обширная линейка экспандеров, имплантов и, так скажем, очень вовремя, учитывая все наши иногда экстренные какие-то ситуации, нас быстро и качественно, так скажем, обеспечивают необходимыми расходными материалами. Поэтому, в общем, мы очень довольны. И то, что компания помимо, в общем-то, таких обучающих курсов по реконструкции молочной железы, проводят обучающие семинары по совершенно разным разделам пластической реконструктивной хирургии. Это и, в общем-то, эстетические операции на лице, и эстетические операции типа абдоминопластики, нитевые лифтинги. И это все проводится, насколько я знаю, бесплатно, и свободное посещение – это замечательный тренд.